Сегодня у нас утро, перед завтраком. Вот, начнем вперед морковку. Какая морковка хорошая? Ну вот эту вот привезли, она в пакетиках, вот такая вот, гладкая, но я все равно скоблю. А другая, я тут спросил, дали из ямки, грязная, ну, то есть как она была в земле, так и есть. Вот этой, которая грязная, я скоблю, я доверяю на 100%, а вот этой на 1%. Что она не гниет, и она такая гладкая, и она в целлофане не парится, это что-то там сделано с нею. А как вы узнали? Я не узнал. Я считал, вот, допустим, бананы везут откуда-то, представь, кораблем, и они целы, их... Смотри, что делается. Крышка шевелится. О, это все сегодняшнее. В мордушку. Ребята. Ну, небольшие, вот она моя ладонь. Чтобы было понятно, вот он. То есть тут 20 сантиметров с хвостом, даже побольше. Это батюшка дал мне. И они их облучают какими-то радиоактивными веществами. Мне сказали, это все отражается на кишечник. Откуда? Это все грозит раком. Но это хорошее, вкусное. Я ем и все время опасаюсь. А вот это, которое из местного погреба, не опасаюсь. Вот что такое. Яблоко. О, яблоко, червь. Если червивое, червь есть, а травы нету. Если она целое яблоко, не гниет, подумай, ты смотри, что делает. Жить охота. И что делаешь? Господь дал ума человеку поймать да сесть. Вот это я хочу, а там каждый раз думаю об этом. Кто-то купил где-то дорогой. Они несколько штук, 2-3 и запечатанные. Я даже могу показать, как оно выглядит. Вот это вот местная. Вот она. А я ее скоблю и даже не мою. А это вот какая целлофане. Вот это даже одна в целлофанчике. Не гниет ничего. Вот гниет. Вот. Ну маленько там. Да, вот она целая. Но она еще пока не загнила. Загниет, ну, все равно. Ну короче, презентабельно. Выглядит-то как. А раз она так выглядит, значит что-то там есть добавлено. Вот разная кукуруза. Я когда прочитал про кукурузу, даже не поверил. Снимали урожай 20 центнеров, 30, 40, а сейчас, говорит, почти 100. Она почти метр вот такая высоты, один початок кукурузный. Толщина такая и любого цвета. А что, там химия. Ну, научились делать там, на этом, вот смотри, как бьется. Вот какое дело, я даже не унес вот это, можно взять. Все у меня, сказать, надо быть осторожным. Ну, а если это так, больно хороша. Как Шарик говорил, вкусно пахнет на кухне. Спасибо, Христос. Слава Христос. Это куда можно морковку унести обратно? Я не знаю.